Всех приветствую, свой канал, с вами Аркадий. Сегодня я продолжаю играть в игру под названием «Дети Тихоградска». Итак, мы с вами вернулись из лесу. Нас встретили жители не очень по-доброму, и мы их почему-то не понимали. Но сейчас мы встретили с вами Люси, мы спели с ней рядом песенку, и мы стали ее понимать, хоть как-то. Как будто мы стали по-другому говорить, мы стали как будто чужими. И это даже очень странно. Даже наш плакат повесили, что мы пропали. Опа. А что у нас там? Первый раз сюда иду. А. Дверь заперта. А, это типа... А, понял, понял. Типа не через дверь, а через эту дырку. Такая странно, что у нас сбоку. Нам нужно сбежать. Что у нас тут? Все, высохло. А, ослепительный, но краткий момент славы. А, ну это я помню. Опа, опа. Опа. Стена наспех отремонтирована. Не знаю, как объяснить, но я чувствую, что здесь что-то не так. Там наш отец. Нет? Ха. Ха. Нельзя, да? Даже нельзя петь. Ага, ладно. А здесь можно. О, опять эти глазики. Ага. Нужно, чтобы все засветилось. Если кратко. Так. 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 О, нормально. Может это быть вход в старую школу? Этот знак очень потрёпанный. Я его раньше не замечала. Я тоже не замечал. Почтовый ящик сейчас таких уже не делают. А в нем письмо. Оно для меня. Обычное письмо. Давайте почитаем. Угу. Ой, там послание и... Что это? Обычное загадочное письмо. Да блин. Получим ключик. О, вот это уже лучше. Этот ключ кажется знакомым. Где же я его раньше видел такой? Угу. Никто не возвращается из леса. Никто, никто, никто. Кроме тебя. Узнай правду, у тебя мало времени. Хи-хи-хи-хи. А, это от старушки письмо. Все, я сразу узнал. Хи-хи-хи. Я помню, как я так озвучивал. Она так постоянно смеялась, когда мы были на дереве, она нас снимала. Так, туда нельзя, туда нельзя, туда нельзя. А что у нас заперто? Так, ключик. Отправлю на шкатулке. А, или подождите-ка. На всякий случай. Отправлю на шкатулке. Она открылась и ничего не сломалось. Есть внутри письма еще один ключ. Бронзовый ключ, ага. Эти два письма без надписи, подписи. Ты учишь свою дочь пению, но у тебя не хватает мужества петь самой. Где же твоя гордость? Делать дело наполовину только вредить. Игнорируй мои письма сколько хочешь, но имей в виду, что ты транжируешь ее потенциал. Как я научила тебя, так я могла бы научить и ее. Хватит слушать своего дурачка мужа. А, это письма от старушки нашей матери. Да, это что, письма сумасшедшей старухи? Значит, это правда, что она научила маму петь. Кажется, мама не отвечала на ее письма. Да и я бы не стала, уж очень она неприятная. Так, бронзовый ключ, от чего он? Ну, от дома? А от чего еще может быть бронзовый ключ? Подождите-ка, на всякий случай. Может, там что-то в маминой комнате есть? Он заперт. Да-да-да. Но у меня ощущение, что там внутри может быть что-то важное. Да. Так. Ну? Чистая бумага, карандаши. О, этой тетрадью, кажется, много пользовались. Хотя мне стоит не читать. Читать. Нам нужно все узнать.
Должно быть, она очень старая, большинство строк выцвели. Я могу прочитать только несколько предложений. Мы будем записывать здесь все наши приключения. Почерк явно детский. Это мамин. Правила, правила, взрослые только о них и говорят. Сегодня мы решили узнать тайну леса. И? Снова цветущие страницы. Сегодня мы попытались устроить засаду на чудовище. Элоиза забралась на ограду Абара и начала шуметь. А мы с Хлоей спрятались и были наготове. Но как бы она ни шумела, ничего не происходило. Может быть, это работает только ночью? Ага, так это дневник мамы с папой. А кто такая Хлоя? Дорогой дневник приключений, наше приключение пришел конец. Мы узнаем тайну. Мы боролись, но все обернулось для нас потерей. Хлою забрали. Мы решили оставить все в прошлом. Быть вместе важнее, чем правда. Это же то, о чем папа мне рассказывал. Хлоя – это его сестра. Остальные страницы пусты. Опа. Ой, а это что? Кажется, это еще одно письмо. Недавнее, почерк папин. Люси такая же, какими были мы. Она хочет понять. Сегодня я сказал ей, что ты не вернешься. Я не хочу, чтобы она последовала за тобой. Я не хочу, чтобы ее тоже забрали. Ты знаешь, что я за тобой не пойду. Никто не пойдет, но ты... Ты хотя бы попытаешься вернуться? Подожди-ка, это что, для мамы? Но разве она не... Он ведь сказал мне, что... Папа соврал. Мама все еще... Опа! А ну-ну-ну-ну! Папа! Ты что здесь делаешь? Ты лжец. Просто не верится. Ты ждешь, что мама сама себя спасет? Мы должны искать ее прямо сейчас. Нет. Ты что такого выдумала? А ну! Я сейчас запру тебя. Отпусти меня, ты врун. Я тебя сейчас запру, и ты никуда не денешься. Не хочу, чтобы ты ушла, как мама. Нет, не запирай меня, подожди. Ну, типа, я выдумал дальше. Ненавижу тебя. Ты говорил, что мама пропала, и что никакой надежды нет. Папа! Но мы хотя бы узнали. Он ушел снова. Просто не могу поверить. Она где-то там, одна-одиношенька. Я думаю, она в лесу. Ну и ладно. Меня больше не волнует их правила. Я собираюсь пойти искать ее и меня не испугать. Больше нет смысла обсуждать на это с папой. Сегодня я выберусь в лес, и меня не поймают. Чудовища не боюсь. Я тоже. Они милые. Некоторые страшные. Все тихо. Папа, должно быть, спит. Так, операция спасения мамы начинается. Надо бы взять с собой кое-какие припасы и понять, как отсюда выбраться. Ну, так. Теперь здесь пусто, контейнер может пригодиться. Получена банка. Контейнер. На перевод. Так, что у нас тут? Посмотрим. Тут носки, 6 косика и... Точно. На дне ящика я припрятал печеньки на всякий случай. Косик до них не добрался. Отлично. Аварийный запас печенья. Так. А что у нас тут? Здесь больше ничего нет полезного. Хорошо. Как бы я не хотела не слышать шума леса. Да. Так, опа. Получено одеяло. Отлично. Чтоб согреться. Знаешь что, язычок? Ты пойдешь со мной. Из тебя выйдет отличный мешочек или носочек запасной. Пока не знаю. Получен носок. Что у нас тут? Получена простыня. Так. Из спасения белья голо как-то смотрится. Согласен. Так, туда нельзя пойти. Что у нас тут? Окно. Ты закрыта, но может быть я смогу выйти через окно? Мне нужно что-то, чтобы может не спрыгнуть. Делаем веревку! Да, когда насмотрелся всяких сериалов о том, как любовники из балкона прыгают вот на этих веревочках. Герои-любовники. Готово, вот и выход, готов.
Прости меня, солнышко, я не попрошу тебя пойти со мной. Не хочу подвигать тебе опасности. Как в приключенческом романе. Уи! Герой не сдается никогда. Да. Особенно мы. Преград у нас нет. Глава пятая. Началась. Наконец-то. О. Так. И худ... Так темно. А! Ой, я не заметила камень. Не узнаю это место. Где я? Уф, так темно, что я не вижу, куда иду. Почему я не взял с собой фонарь? Это не важно. Через самое сложное я уже прошла. Теперь нужно просто искать маму. Ну? Так, что у нас тут? В лесу такие странные цвета. Опа. Как много слизячков. Ох, так темно, что я не вижу, куда иду. Так и упасть можно. Надо возить с собой свечу. Так, стоп. Пустая банка возьмется свечков. Может быть. Хопа! Хопа! Уф. Нет, так я не смогу их поймать. Подождите-ка. Может. Подождите-ка. А так. Обычно банка с печеньем. А так возможно? Типа они будут жрать. А так. Посмотрим, может удастся заманить их банку. Ну, ну. Хм. Не получается. Хм. Но я уверен, что идея хорошая. Так, может носок? Так. Не? Не? Ладно. Так. Не? Ладно. Что-то должно произойти, так выжить-ка. Не? Песня не работает. Банка с печеньем. Хм, как много светлячков. Да я согласен, что много светлячков. Даже нельзя попеть с ними. Вообще никак. Открывает, открывает. Может, что-то там есть? А вдруг? Ладненько. У нас есть банка с печеньем. Носок. Нет. Их нельзя объединить. Что-то должно произойти. Эта ловушка не даже привлекательна для них. Что-то я упустила. Носок. Так. Нос. Опа, опа, опа. А что это? Так что можно, да? Что это? Какая-то дерево как будто облезает. Может быть, она засохла? Опа. Ой, я думаю, оторвать ее будет проще. Что это у нас? Паучья кора. Ага. Хоть что-то обнаружил. Сам. Хм. Может, здесь что-то? Нет. Ладно. Ни с чем не объединяется. А зачем нам кора? А так? Это уж какая-то привлекательная. Что-то упустила. Да, что-то упустила, блин. И что же ты упустила? Мне бы самому узнать. Вот здесь может что-то... Опа. Вот я так неподвижен, что я вижу свое отражение. А. Печеньки банки чуть-чуть размокли. Ха. А тебе можно, да? Так. Сюда, сюда, светлячки. О, 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 они есть. Бегом, 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 бегом.
Хи, какие вы милые, будьте мне светить. Ого, какой у них свет прожекторный. О, а зафига мы собираем, вон смотрите как светло. Ого, водопад. И деревня там, вон две мельницы видны. Мне нравится звук текущей воды. А? Я слышу что-то еще, песню? Да, это песня, песня в лесу. Ее слышно из той долины, вон там, дальше. Ага. Ну, я хочу что-то в долину. Здесь не очень глубоко, но слишком сильное течение, чтобы идти пешком. Кора. Все равно, что скатиться с горки в грозу. Да. А ты думаешь, по воде кататься то же самое, что и по снегу? Я тебе говорю, что ты не права. Надеюсь, я не слишком вымокну. Вымокнешь еще как. Минус ледянка. Опа. Не слишком вымокну, сказала я. Уи! И вот он и я. Мокрая до нитки. Полный провал. Что у нас тут? Выглядит как старый пыльный рычаг. Работает ли он? А, вправо. Ага. Вправо. 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 Еще справа. Даже не подвинется. Ага. Я не понимаю, как что работает. Нужно сначала посмотреть. А внизу есть вода. Интересно, куда она течет? А, это можно сказать подача какая воды, но пока я не понимаю, что да как. Какой-то механизм. Кажется, это кнопка. Так, я слышал странные звуки, но ничего не произошло. А, откажись от открытия механизма. Ну ладно, чуть попозже. Здесь еще есть какой-то проход. Так. Спустя... Статуя сильно повреждена, она держит большую емкость. Угу. Ё-моё, сколько же здесь путей? Так. Такая же статуя, как остальные, только без емкости. Опа. Ага. А так. А что это означает? А если так? Так. А. Ну, лесенка. А что это означает? Ну, я сделал лестницу, подождите-ка. Ну вот лестница. Хорошая лесенка получилась. Ладно. Я пока не знаю, что это означает. Пока попутешествуем по новой местности и узнаем, что, да как, зачем и почему. О! Единственное, пчелины, хотя на муж, на мух они не так, они тоже похожи. Гигантские пчеломухи. К счастью, я их, кажется, не интересую. Что это за странное растение? Этот лист выглядит совсем молодым, он закручен спираль. Емкость этой статуи треснута. Может тоже лестницу сделать? Так, а здесь их три. Стоп. Хопа. 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 Опа. Ясно. Да. Ну, по сути, так и должно быть, да? Ну, ладно. Опа. Я не заметил, кстати. Так. Так.
О. На что еще должно быть? Я вижу только лесенки. А-а-а! Так, вода. Ага, 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 ага. А, она должна попадать сразу в три. Попадает в одну. Назад. Попадает в одну. Так. Так. Попадает в одну. Попадает в одну. Я хочу просто разузнать, как это работает. Нет, фигня плохо работает. Попадает только в одну. Так. 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 Нет. Я отодвину. Так. Опа. Ну, снова та же картина. Нужно только... Ха. Надо подумать. Нужно, чтобы попадал в три, да? Ну, как я понимаю. Сейчас его... Светится? Здесь много статуи, кажется, здесь держится емкость. Однако это расколото надвое. Может, так и должно быть? О, тут еще один поход. А, тот же самый. Только два пути. А, нужно, чтобы по ним текла вода. Как я понимаю, да? Я, кажется, понял. Чтобы сюда текла вода. Ага, вот. Давайте-ка проверим эту теорию. Получается, это у нас первая статуя. Ну, судя по всему, тут так. Нет. Ну, надо посмотреть. Влево. 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 Отмена. Так, там еще должно что-то случиться. Нет, нет, сюда, 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 сюда. А, получилось же, получилось. Мне кажется, как стоит, только без емкости. А может, надо найти емкость? Я понял, где. Там же, да? Вот там. А! Ха. Ладно. Давайте-ка наполним вторую. Там должна быть же емкость, да? Право. А, ага. Отмена. Ну я должен же понимать, хоть как-то это работает. Подача воды. Мы уже поняли, что подача воды работает. Не сюда, что ли? Это у нас не в... А, там же написано. Это третья. Это третья. Третья, третья, третья. Давайте включаем. Вправо. Молодец. Нужно все емкости заполнить. Заполняется, да? О! А что это? А, что это? Осколок.
Он для чего-то нужен. Хорошо. Первый мы не заполняем. Подождите-ка. Там какой тогда? Сюда. Там нету чаши. Это у нас четвертый. Да, чтоб... Да-да-да-да-да-да-да. Я про растение помню. Четвертый. Так. Нужно включить четвертый. Четвертый. Включаем четвертый. Короче, третий и уже четвертый сейчас будет включен. Мне интересно, где первый? Так, не туда пошел. Туда. Угу. Стоп, чё? Ёмкость статы треснула. Нет. А, у нас же есть ёмкость, да? Я могла бы сделать тысячу носок, но она мог вам просто высказать, я думаю. Стоп. Не? Ага, нужно еще заделать дырочку. Хорошо, а здесь у нас, походу, пятое. Да, это пятое. Но с пятым, наверное, можем разобраться, да? Хорошо. А, стоп, у нас же есть емкость. Так что давайте-ка второй заполним. Влево. И влево. Странная мельница. Но я, конечно, не слышал музыку, какую она там, мелодию кто-то напевал. Я не слышал ее. Может, вы слышали как-то? Может быть, я послушал. Так. У нас же есть чаша. О, сюда течет. Нет, это кажется не та. Че? Вы что, издеваетесь? А, здесь должна быть что-то, да? Почему она сюда течет, я не знаю. Сюда нужно дырку залатать. Короче, давайте-ка с пятой начнем. Короче, третья у нас заполнена. Осталось еще пятая. Вправо. 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 Может, с помощью пятой у нас что-то будет. Так, третья заполнена, пятую идем заполнять. Идем, идем, идем. Так. Ну, я же закрыл. Или нужно сначала эту чашу налить. Так. Нет. Так. Опа, опа. Нет. Да. Заполняется же, заполняется, да? Как я понял, кажись, нам нужно здесь расставить так, чтобы это все лилось вместе. Хм. Странно. Так, это на майна. Одна водится сюда. Так, одна течет туда. Это не похоже на нормальность. Это тоже не похоже на нормальность. Не похоже. Тоже не похоже. Ага, ну что-то похоже. Нет, это вот так вот как раз таки нормально. А сюда? Ага.
а как я сделаю так, чтобы еще третья чаша заполнялась? Подожди-ка, у нас есть какой-то... Ха. У нас есть какой-то осколок. Емкость, покрытая песком. Емкость практически такая же. Ага. Ладненько, ладненько, ладненько. Здесь, по сути, правильно. Но чего-то не хватает. Нет. Я слишком все раздробил. Слишком все раздробил. Слишком все раздробил. Раздробил. Ну, походу, должно быть вот так, да? Жидкость заполняется так. Она заполняется с двух сторон. Ну, по-другому же не может быть. Только в две. Я же все правильно сделал. Ладно. Давайте мы посмотрим, может, от чего-то осколок этот есть? А, стоп. Осколок. Не. Сюда он не идет. В четвертую. Там у нас есть... Здесь вообще первая водичка. А может отсюда? Не. Ну здесь у нас все правильно сделано. Лесенка. Даже ничего создавать не нужно. Хм. Ёлка заполнена водой. Да. Вот именно что заполнено водой. Здесь даже только ничего не надо. Ну вот, стою на месте. Ей нужно, чтобы поливало только в одну чашу. Я не понимаю. Вот давайте, поливай только в одну чашу. Что-то заполняется? Я жду. Ждем. Я скажу, невозможно заполнить в две чаши. В три чаши нельзя заполнить. Нужно, чтобы этих треугольничков было два. Один с этой стороны и один с этой стороны. И чтобы они были друг на друга практически. Они поливают в эту чашу, другого так вот в эти чаши. А другого распределителя нет. Другой только одинарный распределитель. А это двухнарный, то есть распределяет на двое. То есть если мы потечем сюда, он распределит только на два. По одному пути. То есть на два пути. А нужно еще один треугольник. Вообще не понимаю. Вроде все правильно сделано. Да? Да. Вода есть. Осколок. А можно так? Нельзя объединить, да? А тут? Нельзя объединить. Вообще никак. Давайте-ка еще раз. Так, что у нас тут? При таком сильном тумане я не могу понять, озеро передо мной, река или болото. Во всяком случае, там есть вода. А, стоп. А, ну ладно. Даже не знаю. Брожу тут, брожу. Больше ничего нет, да? Но у меня есть чаша. Нет, это кажется не та. Так как не та-то, а? Вот как не та? Откуда тогда та? Нужно, чтобы два одновременно встать. А, подождите-ка. Так. Ну, то есть дверей нету. Растения? Растения, кажется, не помогут. Нет. Нет.
Ладно, сейчас. Блин, как же все сложно. Вот как все сложно. Почему подсказок здесь нет? Ну, подсказка, типа, взять, типа, лампочку, подсказка. Вот, типа, спойте, пойте песню на первом потоке, блин. Вот. Хрен бы я догадался. Я, конечно, понимаю, что у нас есть песни и все такое, но каждый раз вот так вот применять, это головоломка, это же будет слишком долго, слишком затянуто. Влево, влево, влево. Первый поток воды. Отмена. Че у нас тут? Ух ты, должна быть, это очень старая ветряная мельница. И заросли будто такие же старые. Отлично сочетается друг с другом. О, наклеечка. Замечательно. Короче, посмотрел, нужно на потоке. Так, это же первый поток был. Стоп, стоп, это же первый должен быть. Странно. Или второй? Второй же, да? Которого та вот прям просто льет в никуда. Там нужно спеть песенку. Ну как песенку? Мелодию. Ё-моё, мелодию. Так, где тут мелодия? Нет, не та. Не та. Да, вот. Так. 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 О, нормально. Ну это я уже сам додумал. Я посмотрел, что вот эту надо фигню достать. А ее статуя. Только у нее нет емкости. А емкость у нас есть. Вот сюда, такое знакомое место. Осколок. Обычный осколок. А теперь, так, у нас залито в двух местах. Получается так. Так же, да? Что-то не понимаю. А, потом пойти туда и сыграть здесь песенку, блин, ё-моё. Воспоминания у растения? Разве это не на людей действует? А, это же лес. Так, здесь мы выходим и выходим вот сюда. Хотя... Ага, только так можно. То есть... Ага. Посмотрим. Не подходит, не подходит, не подходит, не подходит. Пак. 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 А вот не подходит, да? Нужно отсюда уже выйти вот сюда. Ага. Так. А по-моему так. Так. Ага, не подходит. Хоп, хоп, хоп. 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 Здесь не получится, да? Угу. Так. Так. Так, так, так. Нет. Не подходит. А если вот так вот, 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 так вот. Тоже не фигня. Не-не-не. Так, так, так. Первую.
проходим проходочку. Завершаем здесь. Нет, здесь уже проходим вот так. Ага, не подходит. А если... А, нет. Честь все у нас побраться здесь. Ага. А если... Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп, хоп. Ага, не-не-не. Хоп, 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 хоп. Хоп. Да блин. А если так получается пройти здесь. Так. Нет, нет, нет. Если вот пойти вот так вот, так вот, так вот, так вот. Нет, так вот. Так вот, так вот, так вот. Да, это тупик. Ну, самый, наверное, лучший вариант это вот так, 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 так. Получится, не получится. А если вот так вот? Так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Ага, тупик. Если только поникну, только вот так вот. По нему, то есть это последний путь. Не-не. Нет. Вот так вот, так вот, так вот, так вот. Так вот. Так вот. Так, нет. Так вот, так вот, так вот. Нет. Что-то здесь не так, да? Так. 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 Так, так. Ага, не подходит. Так, так, так. Нет, не подойдет. Нужно, чтобы уже пошло отсюда, из золота. А, может сначала сразу пойти вот так вот? Хотя нет. Ха? Ха, ха. Ха. Вот здесь вот... здесь уже потом никак не пойти. Вот так можно... Вот так вот пойти и вот так. Ну, потому что больше никак сюда не пройти, как через эту дырку. Получается, что пройти нужно через сюда. Можно, конечно, через сюда. Но только через серебряную. Только уже сюда. Мы проходим вот так. Нет. Вот, нет. Эту не трогаем, короче. Хопа. Хопа, золотая. Проходим через это. Это. Ну вот. Ладно. Хопа. 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 А-а. Сразу это золотая получается. Хопа. Серебряная. Хопа. Хопа, хопа, хопа. Так, так.
Так. Выйти. Не открывается одна. Что-то тут не так. Ага, а может через северную сразу? Хотя... Ага. Точно через... Так нельзя пройти, да? Так нельзя. Нужно хотя бы, чтобы... Вот так, через серебро... Пошлось по-другому. Золото, вот так вот. Через серебро. Давайте так попробуем. Хопа-хопа. Нет, не пойдет. Золото. Хопа. Так. Все. Так. И уже так. Ага. Теперь осталось только одно. Как здесь пойти? Хотя? Нет. Ага. Нельзя. Так. Нет. Ну, вот здесь вот никак нельзя. Если... Угу. Хопа. Ну, а как еще? Хопа. И все только вот так вот пройтись. Нет, не пойдет. Вот так, а нет. Хотя? Нет, не пойдет. Вот здесь вот никак не пойдет. Пойдем сюда. Здесь сразу путь сюда. Потому что более никак не пройти здесь. Здесь нельзя вот так вот взять и на уступок пойти. Вот здесь даже написано хопа-хопа. То есть бронзовое это последнее, что должно быть. А через серебряную суды. Хопа. А что у нас может быть через серебряную? Только это. Но сначала нужно через золотую пройтись. Через золотую мы идем суды. Мы идем сюда. Хотя... А? Ну, видите, здесь одна проблема есть. Через золотую мы идем сюда. Нет. Через золотую мы идем сюда. Заправляемся здесь. Хопа. И сейчас нужно заметить, что что-то у нас тут не то. Хопа. Хопа. Ага. Хопа. Я уже тогда через эту. Нет. Ё-моё. Ну вот мешает.
уже здесь мешает. Угу. Вот здесь не мешает. Вот так вот. Особенно. Так, попробуй серебряную. Нет. Через серебряную не пойдет. Угу. Сразу не скрыни, так нельзя. Все нужно продеть. Ага. Через золотую мы сюда. Через серебряную вот так вот и вот так вот. Нужно что-то там сделать. Поэтому у нас не сходится. Поэтому остается только эта нитка. Хоп, 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 хоп. Хоп. Ну, а как же еще? Тогда получается только... Ну, мы продели. Единственный путь здесь пройти. Так. Стоп, серьезно? Я же таким способом ходил. Нет, хоп. Стоп, чё? А-а-а! Так. Да блин. Вот где я ошибся. Ясно. Пчелки и мама. Пчелки и мама. Чё это у нас? Развернувшись, лист казался довольно длинным. Он почти достал до гнезд. Ладно. Что у нас будет дальше, я даже не знаю. Спасибо, конечно, за прохождение подсказки мне. Но игра для меня достаточно сложная, так что извините, что я пользуюсь какаски прохождением еще раз. Какой раз уже пользуюсь в этой игре. Ладненько, с вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. До скорой встречи.